Всем приветик! Сегодня мы с вами приготовим куриные желудки в кляре. Это мега супер вкусная закуска, а готовится она легко и просто. Для начала наши желудки надо отварить. У меня килограмм куриных желудков. Заливаю водой и отвариваю я в мультиварке. Так намного быстрее, час, и пупки просто тают во рту. Только и обязательно не забудьте добавить соль, чтобы они были вкусные, солененькие. Вот все, мои желудки куриные приготовились. Теперь слейте с них всю жидкость и подождем, пока они остынут. Куриные желудки наши остыли. Если вам надо побыстрее, тогда помойте их под холодной водой. Теперь берем 2 яйца, добавляем туда соль и взбиваем вилкой. Также нам еще с вами понадобится где-то 4 столовые ложки муки. Теперь берем наши желудки, сначала мы их со всех сторон в муку, а потом в наше яйцо. И мы уже с вами разогреваем сковородку с маслом. Теперь осталось нам только отправить их на сковороду и обжарить. Жарим на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон. Примерно уйдет около 4-5 минут на обжарку. Вот так легко и просто мы с вами приготовили отличную закуску. Обязательно готовьте, радуйте себя и своих близких. Всем пока-пока и хорошего настроения!